Патриарх – это всегда цивилизационный визит нашей русской цивилизации, поскольку церковь – один главный столб ее духовный. Он является и представителем 80% русского православного крещенного населения, поэтому и все государственные органы, большинство православных, поэтому это одно на другое накладывается. Но прежде всего он как архипастырь, как святитель, первосвятитель думает о укреплении паства, о духовных корнях, о моральной стороне медали в любом обществе. Поэтому я считаю, что это визит, который, конечно, он убивает нескольких зайцев сразу. Потому что авторитет патриарха – это авторитет духовного пастыря, прежде всего. Вот из этого надо исходить.